Оператор стана – человек, от которого зависит производство стального листа, главной товарной продукции ММК. Плоский прокат из четвертого листопрокатного цеха используется в автомобилестроении, судостроении, для изготовления сварных труб для холодного переката. В качестве исходной заготовки на стане 2500 используются непрерывно литые слябы. Превращение сляба в рулон происходит под контролем оператора стана. Он ведет технологический процесс прокатки горячего металла различных марок стали. Оператор управляет оборудованием, принимает меры по устранению отклонений, следит за режимами обжатий по клетям, работой системы гидросбива окалины и охлаждения волков и оборудования. Главное в работе оператора стана – внимательность, ведь он контролирует темп выдачи металла, проход головной части по клетям и при необходимости вносит изменения в обжатия и перекосы. Температура раската, в зависимости от участка, составляет от 850 до 1200 градусов. За одну смену в ЛПЦ-4 производит 7000 тонн горячекатанного листа. За год – 5 миллионов тонн. От того, насколько правильно выполнит свою работу оператор, зависит качество конечной продукции. Таких ответственных работниках и держится слава Магнитогорского металлургического комбината.